Привет всем, друзья, продолжается Вольверин Росомаха, поехали. Люди их сначала Росомаха, вот так это работает. Все, поскакали. Давненько. Ух ты, давненько я не запускал. Это, блин, кто такие вообще? Новые враги, пожалуйста. Я напоминаю, что мы... Да, оружие X мы потеряли, да. Мы утратили свое звериное чутье и способность к регенерации, поэтому... Сейчас лучше не дохнуть вообще. Вообще никак. Так, ладно. Да понятно, что тебе необходимо. Так, вижу ящик. Куда его запихать? Спасибо. Внимание! В лаборатории оружия 11 требуется дополнительный персонал. Спасибочки. Так, давайте. Поскорее, Логан. Да в смысле? Сейчас вылезут новые противники, а у меня способность регенерации отсутствует. Чудесненько, да? Открылось. Хорошо. Поехали. О, не работает нифига. Прикольно. Так, сюда теперь, значит, надо. Ага. Ясно, понятно. Я даже думать долго не буду. Поставлю сразу сюда ящик, потому что я почти на 100% уверен, что я вытащу этот датчик, этот питание, это, которое питает. И вот эта хрень закроется. Вот. Хлебом не корми. Ну-ка, смотрите мои супер-пупер способности. Естественно. Ну... Голова же! Голова! Внимание. Гений! Нарушение. Ничего не сделаешь с этим. Поехали. Так. Спасибо за контрольную точку. Рабочий дневник. Капитан Уильям Страйкер. Я бы в это не поверил, если бы не видел собственными глазами. Сегодня привезли человека, который мог немедленно телепортироваться из одной точки в другую. Обратите военный потенциал этой способности. И что если есть другие с еще большими возможностями? Ударный отряд, собранный из мутантов, смог бы выполнять такие задания, о которых люди могли бы даже и не мечтать. Да неужели ты договорил? Но мы с вами все прекрасно знаем, кто это такой, это синенький чувак такой, с хвостом. Опа. ЛКМ, да понятно. А где этот козел? А, ясно. Вот и он. Ой, беда. Помираю. Там что-то лежит. Ну да. И как я туда должен залезть? Возможно, это не отсюда. Хотя плевать уже, честно говоря. Или нет? Я могу вернуться назад? А ведь могу. Еще как могу. Где вот он? Вон он. Да капец, а как же тогда? Эй, алло. Вот сейчас не понял. Так, поворот внезапный. Нет, сюда не хочет, серьезно? Как тогда? Логан, объясни мне. А-а-а, подождите. Нет, эта шняга не работает. Опа! Вот это поворот. Сейчас бы так и ушел. Ну, 500 опыта просто так не валяется, поэтому каждого, кого мы будем находить, мы будем обязательно его брать. Все, поскакали. И так уже задерживаемся. Так. Внимание! Нарушение периметра охраны
Нарушение периметра, конечно. Спасибо за контрольную точку. Вентили всякие, внимание, ничего интересного. О, здрасте. Так ты, значит, мой ангел-хранитель. Я просто хочу помочь. А! Стой! Ты не понимаешь! Я хочу остановить зверство, которое они творят! С тебя я и начну. Часть. А это что? Это блокирует биоэнзим. Ладно. Готов. Теперь порядок. Если ты придешь в биолабораторию, я починю твою регенерацию. Эй, док, если это ловушка, знай, я тебя найду. Тогда мне не о чем беспокоиться. Я принесу вещи. На прием. Ой, хорош. Да я понимаю. Встреча с наблюдателем. Инициатор доктор Абрахам Корнелиус. Адамантий, а вы уверены, что такой металл вообще существует? Он чрезвычайно редкий, но да, записи доктора Макнейна не оставляют сомнений. Введение этого металла в кости должно быть болезненным. Более чем. Но что более важно, этот процесс повреждает все ближайшие ткани. Похоже, что обычного человека это должно убить. Без сомнения. Но кто говорит, что мы должны использовать нормального человека? Рабочий дневник. Капитан Уильям Страйкер. Я только что прочитал рапорт наблюдателя за прежними членами команды X. Мое сердце разрывается на части от того, как низко они пали. Рейд работает в тренажерном зале, у Дьюкса явные нелады с едой, а Брэдли работает на карнавале. Возможно, самый жалкий из всех – Логан. У него был такой потенциал. А теперь он пропадает впустую, спрятанный в этой глушке. Да-да-да-да. Поговори мне еще, козел. Потенциал у него пропадает. Ладно, поскакали дальше. Чё такое? Чё? Ой-ой-ой, это плохо. Я не проберусь. Да. Чё делать? Все лаборатории в этом секторе должны прекратить проведение. Я так понимаю, что ничего, да? Или все-таки? Откуда я пришел? Чё это такое? Неистовство 1. Увеличивает максимум ярости. Мутаген. Хорош, вот вам, пожалуйста, и первый мутаген. Вот это поворотец. Так бы я вообще-то мог и не зайти сюда. Персонажи. Мутагены. У меня он всего-то один. Все, поехали. Вот так-так. А что насчет навыков? Так, у меня всего 4. А в смысле? Я же качал себе когти. Чё-то я это... Возможно... Контрольная точка не прошла тогда. Ух ты. Вот теперь я просто прям ух. Ой, здрасте. Блин, хотел его по красоте убрать. Не получилось по красоте. Рабочий дневник. Доктор Эбрахам Корнелиус. Как они могут ожидать, что я закончу работу, когда я связан по рукам и ногам правилами и инструкциями? Я в шаге от революционного открытия, а они волнуются о правах человека. И вообще, подопытные не люди, они мутанты. Юридически они не имеют никаких прав. Угу. Поговорил, козел. Так, подождите, я зачем-то сюда пришел, значит, наверное, здесь что-то как-то можно обойти. Правильно я понимаю? Правильно. До свидания. Минус. Ой-ой-ой-ой. О, да. Я даже не... Я вообще ничего сделать не успел. Ну почему, ну почему? Ах, ладно. Ой, что-то там Халку однажды удалось, я не успел прочитать, что именно.
Да-да-да. Поскакали снова за мутагеном. Или они сохраняются? Хрен-то там. Вот ничего не сохраняется. Это очень плохо. Ладно, давайте тогда очень по-быстрому. Мутагены. Пихаем. Все, красава. Побежали. Там, по-моему, было написано левая кнопка мыши. Давай сейчас попробуем. Ёх, твою мать. Хорош. Так, этого чудака мы слушали. Просто... Да-да-да. Они могут ожидать, что я закончу работу, когда я связан по рукам и ногам правилами и инструкциями. Я в шаге от революционного открытия, а они волнуются о правах человека. И вообще, подопытные не люди, они мутанты. Юридически они не имеют никаких прав. Поехали. Так, что-то там страшно как-то все. Опа! Это что такое у нас? Да никакие настройки. Это наш. Это что, мутаген был или что это? Не, нихера, это был не мутаген. Или это так просто, или это мне очень сильно повезло, что я такую штуку нашел, да? Похоже, что это так просто. Это очень хорошо. Так, здесь все закрыто, да? А, я так и знал. Теперь уже уровень не так быстро качается, это досадно. Я что-то заметил. Это просто портативная турель. Не уверен. Тебе от страха везде мерещится оружие X. Пошли уже. Может, стоит об этом доложить? Не стоит, господа. Что? А если просто левый альт? Ага. Просто левый альт не работает. Не надо, не надо. Ой, беда. Вообще хпшки нету, прикиньте. Вот прям вообще не осталось. Рабочий дневник. Первая запись. Доктор Кэрол Фрост. Я и не представляла, насколько большой это комплекс, когда проходила первое собеседование. Сегодня мне устроили экскурсию, и я узнала, что 90% построек под землей. Это огромное сооружение. Здесь работают ведущие специалисты, и оборудование самое совершенное. Я даже и не знала, что такое бывает. Кроме того, я впервые встретила капитана Страйкера. В отличие от доктора Подожди, который несколько напоминает холодную рыбу, капитан, похоже, искренне верит в нашу работу и в пользу, которую она может принести человечеству. Ку-кук. Замечательно. И как я должен это все? Откуда? Ага. Или так просто подошел и открыл. Ну ладно, как хотите. Можно и так. Я уже думал голову себе ломать. Все очень просто. Так. Так. Сейчас не понял. Как это работает? Да в смысле я стоял на месте? Серьезно? Поворотец. Сложно. Сложно. Особенно с таким-то управлением. Но ничего страшного. Тут что-то удалось однажды Халку или что-то такое там было написано. Лил Вейн, что? Так, ну это все было довольно просто. Открывай ворота. Давай сначала мы запустим эту шарманку, чтобы она... Я и не представляла, насколько большой это комплекс, когда проходила первое собеседование. Сегодня мне устроили экскурсию, и я узнала, что 90% построек под землей. О, пожалуйста. Здесь работают ведущие специалисты, и оборудование... Эй, алло. А, вот как это работает. Я даже не знала, что такое бывает. Кроме того, я впервые встретила капитана Страйкера. В отличие от доктора Корнелиуса, который несколько напоминает холодную рыбу, капитан, похоже, искренне верит в нашу работу и в пользу, которую она может принести человечеству. Ну, гений же, гений!
Что поделать? Сейчас не понял. Не знаю зачем, но пусть будет. Чё надо? Я сюда вообще зачем пришел? Не зачем? Так не бывает. Над нами, как вы меня заметили? Ой, беда. Какого черта ты творишь? Я слышал над нами какой-то шорох. Все тут кругом бегают, обмочив штаны от страха перед оружием Икс. Это наш. Жаль, что этого сукина сына нет сейчас. Я-то уж точно знаю, что делать. Вижу его! Жесть. Уходим. Где ты меня видишь? Ты уже мертв. Козел. Спокойно. Ой, турель. Спокойненько, спокойненько. На турельку попадать вообще нельзя. Так, ну допустим. Вытащить. И что из этого тогда будет? Ага. Алло. Ой, какая беда. Так, ну-ка давайте попробуем еще разок. А подожди, а что будет сделать? Да стой, 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 стой. Вот так. Ага. Ясно, понятно. Для начала все-таки стоит эту хрень уничтожить. До свидания, тварь. Рабочий дневник. Доктор Кэрол Фрост. Сегодня ко мне приводили подопытного. Он разговаривал, что просто невероятно, учитывая то количество транквилизаторов, которые ему давали. Его было трудно понять, но кажется, он совсем не доброволец. Он пленник. Если это правда, мне придется переосмыслить то, что я здесь делаю. Угу. Вроде нормальная бабенка. Забирай эту штуку. Угу. Все, теперь со спокойной душой, с чувством выполненного долга, можно идти сюда или наверх. Так, удачно зашел. Живу, чуть-чуть максимум здоровья. Вот уж не знаю, пока что меня вполне устраивает. Ярость. Пока здоровье мне особо не нужно. Пойдемте дальше. У нас мало времени. Просунь руки в этот агрегат. О боже. Захваты активированы. Эй. Спокойно, это восстановит твою способность исцеляться. Они уже здесь. Мне нужно идти. Увидимся в лаборатории нейрохимии. Удачи, Логан. Фаза 1 закончена. Фаза 2 закончена. Боже, пичкают. Фаза 3 закончена. Процесс завершен. Мы убили ублюдка! Не могу поверить! Он мертв! Оружие Х уничтожено! Мы сделали это! Повторяю, оружие Х уничтожено! Эй, кто-нибудь, щелкните нас! И мне копию сделайте. Черт, он еще жив! Какое оружие? Ааа, весело это было. Ой, спокойненько. Ж-
Жесть. До свидания, падла. Бабочка, душа, дед. Да подожди ты. О боги. Где ты, падла? Хорош. Вот это здорово было. Откуда? Так, ну вроде бы здесь все. Здесь мы закончили. Здрасте. Арвор, скотобаза. Так, там какой-то путь вниз вообще-то есть. Но лучше не надо. Пойдемте сразу вперед. Ой. Опа, здравствуйте. Нифига, вот эта контратака была прикольно сейчас. Изично. Дымовая завеса вам не поможет. До свидания. Так. Блестящий, блестящий. Так. Встреча с наблюдателем. Инициатор. Корнелиус. Адамантий. Вы уверены, что такой металл вообще существует? Так, до свидания, мы это слышали. Очень редкий, но да, записи доктора Маклейна не оставляют сомнений. Введение этого металла в кости должно быть болезненным. Более чем. Но что более важно, этот процесс повреждает все ближайшие ткани. Похоже, что обычного человека это должно убить. Без сомнения. Но кто говорит, что мы должны использовать нормального человека? Так, 2 очка навыка. Что у нас здесь есть? Здоровье. Максимум здоровья. Нет, ну давайте, наверное, хотя бы немного качнем здоровье. Качнулось оно, я надеюсь. Чё это за боевой опыт? Прикольно. Боевой опыт. Ух, нихуя. Больно. Где падла? Стоит вставать у меня на пути. Так, падла. Ни хрена, что-то прямо жестко. Окей. Алло, а где мое чутье? Что открыть? Что там открывается? Так, что-то здесь. Не. Что-то здесь явно не так. Они меня убивают прямо жестко. Алло, господа! Что происходит? Чё их так много-то? Минус один. Ну давай, подлюка, где же вы? Один, кажется, остался. Тварь. Они меня почти замочили. Ничего себе, вот это да.
Внезапно так. Так, я так понял, что он вместе два раз открылась эта дверь. До свидания. Или же мне не сюда. Чё-то я как-то даже не знаю. Нет, ну раз появляются... Охренеть. Ой, ой-ой-ой, там... Товарищ опыт лежит. А раз там лежит опыт... Блять, не пугай меня так, козел. Рабочий дневник. Доктор Кэрол Фрост. Я знаю, что это неправильно, но я вынуждена была обыскать кабинет доктора Корнелиуса, чтобы узнать, что на самом деле происходит с оружием Икс. Я обнаружила, что работа доктора основана на исследованиях доктора Эссекса. Он присоединился к проекту в самом его начале, в конце Второй мировой войны. Он был гением. Его теории были радикальными и сильно опережали его время. Интересно, что сказал бы капитан Страйкер, если бы узнал, что все открытия доктора Корнелиуса на самом деле принадлежат другому ученому. Логан, нужно спешить. Солдаты уже идут. Садись. Эта машина восстановит твое гиперчутье. Прекрасно. Вот почему я не смог мне ничего. Мне нужно идти. Процедура займет всего несколько минут. Когда она будет закончена, выйдешь через ту дверь. Спасибо за помощь. Логан, здесь есть маленькая девочка, и ей тоже нужна помощь. Возьми ее с собой. Эй, у меня нет времени работать нянькой. Пожалуйста, Логан, она в списке смертников. Ты должен помочь ей. Пожалуйста, Логан, ты ей нужен. Посмотрим. Опа. Опачки. Свежее мясо. Ой-ой-ой. Да, у тебя серьезные друзья. Тише, тише. Ах, падла. Ну я же блокировал. Боже мой. Чё-то их многовато, вам так не кажется? Паразит. Не надо, не надо, не надо. Все красиво. Кто еще? Я даже не успел понять, что происходит, а он уже умер. Ладно, можно и так. Поехали, прокачаем жизнь немного. Да не надо. Все отлично. Подожди. Конечно. Рвор. Так, замечательно. Вот эта дверь и есть выход. Воу. Добрый вечер. Ты кто такой? Потешно. Думаешь, что победишь меня? Хорош. Боже, как это замечательно было. Так, ладно. Ладно, ладно. Шо це таке?
опытный. Увеличить опыт получаем за каждое убийство. Так, вот это мне больше интересует, чем ярость. Персонаж. Мутагены. Все, замечательно, поехали. Это что у нас такое? А вот и маленькая девочка. Ты кто? Ой, бля. О боже. Правильно. Логан, а ты кто? А я Анна. А, так это тебе говорила доктор Фрост? Доктор Кэрол обещала прийти за мной. Посмотрим, что тут можно сделать. Мистер Логан! Анна, закрой глаза. И не открывай их, пока я не скажу. Ладно? Да, мистер Логан. Ну что, уроды, поговорим как взрослые. Проваливай, пока я не скажу. Ну иди же ты сюда. Ух ты, вот такого я еще не видел. И, кстати, до этого тоже на запись не попало. Но тоже был новый финт. Ну и ладно. Чё? Чё надо сделать? Прекрасно. Я сделала, как вы сказали, мистер Логан. Зажмурилась крепко-прикрепко. Молодец. Молодец, малышка. А теперь нам пора выбираться. Я помогу, я запомнила, где выход, когда меня вели сюда. Эй, что за... Какого... Ты телепортировала нас? Я передвинула нас, если вы об этом. Сможешь передвинуть нас за ту дверь? О, не сейчас. Двоих сразу мне двигать очень тяжело. Нет проблем. Жди здесь, а я доберусь до комнаты управления и открою дверь. Сама я могу попасть туда очень быстро. Подожди, я... Окей. Берегись! Хорош. Девчонка у нас, полковник Страйкер. А ты кто нафиг такой? Так, пошли спасать бубенам. Вроде нормальная, адекватная девочка. О, опа, здрасте. Дум! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сейчас было больно, падла. Охереть. Вот это он выдает. Серьезно? И прямо туда? Ладно. Так, какое сальто? До свидания, мудила. Скотобаза. Да, непростые ребята. Он жив? Ой, ни черта не видно. Ну почему не добросил? Кто там еще? Чё, больно, козел? Минус. Здравствуйте, здравствуйте, господа. Минус, замечательно. Так, хорошо, два пути. Налево да направо, ну пойдем налево. Да ну нафиг, а. Хорошо, что я прокачал когти себе хотя бы немного. Ты
Ай, больно. Да, хорош. Прикольно. Кто такой? Козел. Фу, все. Прекрасно. Да что вы будете делать, а? Иди сюда, козлина такая. Да ну не так я хотел тебя убить, ладно. Уж не важно. Чего делать? Зачем я вообще сюда пришел? Внимание. Нарушение периметра охраны. Ух ты, мгновенное убийство врагов. Интересно, как это работает? Да ну куда-то. Зачем я вообще сюда эту фигню... А, ясно. В комплексе введен красный код тревоги. Обеспечить военным отрядом беспрепятственный... Не понял сейчас. Тихо. Не надо падать. Встреча с наблюдателем. Инициатор доктор Абрахам Корнелиус. Как это могло произойти, агент Норт? Я думал, что с острова невозможно убежать. Все было хорошо. Блять, ладно. Не прекращать огонь! Держать позицию! Я видел, что там можно послушать, но с этими козлами только что-то послушать можно. Почти что новый уровень. Сучки. Не дают нормально. Цель в комнате. Рабочий дневник. Дэвид Норт. Капитан Страйкер хочет, чтобы я поехал вместе с ним повидать Логана. И зачем нам этот неудачник? С ним еще в Африке все было ясно. Да и столько времени прошло. Но в принципе это не мое дело. Кроме того, капитан ничего зря не делает. Мне кажется, это будет забавно посмотреть на Логана, вырубающего лес. Интересно, он все еще курит эти мерзкие дешевые сигары? Какой прикольный кадр. Так. Все красиво. Блин, гренадер мешает. Хорош, убил, убил. Блестяще. Так, я не понял, куда идти? А, сюда, хорошо. До свидания. Не сюда, ни хера. Куда-то вперед. Ну пойдем, пойдем. Ух ты, контрольная точка. Да, подождите, у меня тут вон чувак лежит. С опытом. Покажи мне,
Насколько ты? О! Еще не устал. Покажи все, что ты можешь. Замечательно. Здесь нет ничего, что привлекло бы внимание. Ух, нифига, вот это. Ну не надо, не надо. Фух, здорово. Так сюда. А, вот оно почему. Ладно. Ой. Доктор, берите девчонку и уходите. Хорош, вот это он ее тащит. Останови! Круто. Я разорву тебя. Рабочий дневник. Дэвид Норт. Меня назначили приглядывать за доктором Кэрол Фрост. Еще одна медичка. Почему всегда попадаются такие идиотские задания? Ну, по крайней мере, она не уродина. И достаточно умна. Надеюсь, у нее хватит сообразительности не совать нос не в свое дело. Будет жаль, если с ней что-нибудь случится. Рабочий дневник. Дэвид Кэрол Фрост. Сегодня доставили объект 15368. Пол женский, возраст 10 лет. Видны незначительные признаки недоедания. Показала способности к телепортации. Дальность неизвестна, но у нее есть большой потенциал. Доктор Корнелиус назначил ей очень много экспериментов. Я рекомендовала проводить их за больший промежуток времени, чтобы нанести меньший ущерб здоровью подопытной. Ее зовут Анна. Окей, окей. Сейчас мы этого докторишку-то нагнем. И заберем. Опа. Туда, ладно. Значит, сначала пойдем сюда. А сюда идти-то незачем. Нет там, нифига. О! Введен красный код тревоги. Все выходы заблокированы и находятся под военным контролем. А что там? Так ничего, да? Все закрыто. Ну, естественно, можно до. Опа. Рабочий дневник. Доктор Эбрахам Корнелиус. Я предполагаю, что Логан, бывший член команды X, самый подходящий объект для проведения эксперимента с адамантием. Его способность противостоять боли, объединенная с доступным ему процессом регенерации, дает ему более чем 30% шанс на выживание. Капитан Страйкер согласился с этим и проследит, чтобы Логан был доставлен в комплекс оружия X. Не подпускайте ко мне это животное! Оружие X пытается убить меня! Не дайте ему уйти! Авиасвязь и визуальный контакт! Огонь на подавление! Отбросить его назад! Отбросить его назад! Держать позицию! Обходим его! Чудно. Рабочий дневник. Доктор Эбрахам Корнелиус. Я предполагаю, что Логан, бывший член команды X, самый подходящий объект для проведения эксперимента с адамантием. Его способность противостоять боли, объединенная с доступным ему процессом регенерации, дает ему более чем 30% шанс на выживание. Капитан Страйкер согласился с этим. Думаешь?
Дайте ему край! Это все, на что ты способен! Нифига. Что это? Самурай, ускоряет рост ваших боевых рефлексов. Не надо, не интересно вообще. Да понятное дело, что не подпускать. Я и сам себя подпущу к тебе. Ха, свежее мясо. Ни хрена. Да ладно тебе. Больно, падла! Огонь на подавление! Хорош! Где козел? До свидания, мудила! Я оторвался от него! Оторвался? Да-да-да! Очнись, малыш! Ты слышишь меня? Что случилось? Пора уходить. А, ладно, я попробую. Нет, стой. Простите, мистер Логан. Передвигать нас обоих очень тяжело. Мне нужно отдохнуть. Не волнуйся, детка. Анна, тебе нужно уходить. Передвинь себя как можно дальше от этого места, хорошо? Нет, я не пойду без вас. Открыть огонь! Тебе нужно уходить, Анна. Иди. Будь осторожна, малышка. Хорошо, мистер Логан. Стриминг. Ой, хорош. Замечательно. Так, допустим, и нам так и да туда. Ну пойдемте. Замечательно. Ой-ой-ой. Затопить водосброс. Но, сэр, там еще наши люди. Наверное, вы перепутали меня с офицером, который любит все повторять дважды. Водозатворы открыты. А вот теперь надо бежать. Прямо бежать. Но побежали. По-моему, мне ничего не светит. Вам так не кажется? В смысле? Да. Чё-то как-то камера развернулась прям по жести. Ну, поехали. Оператор, затопить водосброс. Но, да, сэр, естественно. Там еще наши люди. Наверное, вы перепутали меня с офицером, который любит все повторять дважды. Водозатворы открыты. Бежим, Логан, бежим. Все, скачем, скачем как можно быстрее.
Беда. Ну быстрее, быстрее, быстрее. Хорош. Ой, беда. Господи. Маньяк. Ё-моё. Ой. Хорош. Ну все, больше никого нет. Беда, беда. Резидент 4. Да. Сейчас они пытаются меня убить. Ничего себе. Дэйв Коркум. Я был частью команды. Рейд, ты уже нашел деревню? Нет, сэр, но сенсоры показывают что-то странное. Значит, шахта точно рядом, уже хорошо. Да, но кто-то установил ионные эмиттеры, и они не дают мне вычислить координаты деревни. Всем внимание, нужно найти эти эмиттеры и уничтожить их. Логан, один из них установлен на башне, к северу от тебя. Вас понял. Конец связи. Норд, Крид, я пытаюсь получить координаты остальных. Давайте мы, наверное, на этом и остановимся. Спасибо всем, кто смотрел. Это был X-Men Origins Wolverine. Или как правильно это на английском произносится, английский уж я никогда не учил. Короче, люди их сначала разомаха. Да, начнем мы в следующей серии. На канал подписывайтесь, лайки ставьте. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем пока.